катки Никсонера просто щиты скинули, бля. Я его пытаюсь поднять, а его просто щиты от меня отодвигают, блядь. Да, блядь, а сейчас-то что было? А, стрелок, что ли? И Молли пришла, блядь, заебись. Молли. Бля, давай вдвоем проходить, пизду этих людей, они будут. Вдвоем. Давай, это пиздец. Это ёрт твою мать. Дёма, ну ты... Не, я помню. 171. Ну серьезно? Ладно, это за Лукейска 49-й, хер знает откуда. Что-то я не понял. Нитро на статую локации будет сегодня? Нет. Так, ребят, смотрите, очень все пиздато. Да. Давайте, парни, никто никуда один не бегает. Вот и вместе. Посмотри, куда он и шел, блядь. Бля, ставь. Нитро. Я в халате. А мне поп. А че, теперь, когда выходишь, ты в халате будешь бегать? Да. Если ты умер, ну если ты умер, да. И да. Чтобы его снять, надо просто зайти в шкаф. Но мне было настолько западло, что. Нам что-то. Где там? Твою мать, блядь, что за прикол, нахуй? Здорово. Гов стартовый, гов стартовый. Идем обратно, идем обратно. Тут ловить нечего. Тут, кстати, тоже не осталось. Заебись. Вон. Михаил, вы здесь? Он не тебя опять? Чё хочу? Да. Чё хотел, да чё зашёл? Я хуёвый, что ли? Я, блядь, чё, телефон пришёл убрать? Чё за хуйня? Берите нахуй этого консультанта отсюда. Вот он! Так, дайте я его валю. Бля, пиздец. А ему руки, походу, сломать можно, смотри, пиздец. Ты ему, по-моему, похую на все. Ну пока он отлетел, блядь, что с картами реально происходит, блядь? Нет. Спасибо. Я только в себя пришел. Так. Он сейчас вас сожрет. Не-не-не. У нас тут черный ход есть. Там кто-то орёт и ползет. Приполз. Реально вот это, реально, да? Вот это вниз вот это. Блять, как отсюда уйти нахуй? Пизда, он сейчас мне опять спадет. Карта пушка, пушка. Вверху у него уязвимая область полностью. Я знаю. Блять, вот ты его взорвал и сразу же побежали жуки. Ну и что это, блять? Пиздец. Это пятая сложность. Это не пятая сложность, это порно, надо. Так, что? Да, да, надо. А, тут поверху можно как-то. Блять, я нажми там просто, посмотри на эту карту. Я даже не знаю, куда идти, если честно. Тут, блядь, вниз, вверх. Идешь. А там наверху еще один проход есть. Лёв, дай только я здесь яйцо выкопаю в первой локации, чтобы мы сюда не возвращались. Где ты? А вот ты где? Выкопала. Блять! Там дырочка есть, аккуратнее, маленькая. Я поняла. Провалиться. Блять! Угу. Вот ты заморозилась, а ты, блять. Тут нет ни пещеры, это я не знаю. Новый мир. Нитра есть. Да хуй с ней тут. Ёбнуться. Че они, блядь, с карты сделали? Так. Вот дальше, что ли? Опять. А, мы только одно яйцо собрали. Да. А вы тоже. А мы хороши пара.
Вот там вот эта вот штука. Забей на золото, все, больше мы не собираем, нахуй. А, блять! Вон там. Дача пройти хотя бы. Блять, блять. Лёва, посиди чуток. И а, чё делать? Да хуй его знает. Так, вроде спокойнее. Так, блять, пиздец. Пройдем, я пойду карточку парочку буду сыграю спать. Мне, видимо, после работы мозг не варит, чтобы это проходить сегодня. Да не только у тебя. Я просто вообще никто не имею представления, как это сейчас пройти. И даже вдвоем. Разведник. Парни, мы даже. Вали, халибала, мразь. Блять. Пойдем. Ага. Нихуя их насыпали. Так, там... Ага, снайперка, вижу. Давай, я тебя. Готов. Да ебана. Или не закончится, я тебе отвечаю. Еще один? Лев, может перепройдем на четвертом, а? Я хуй знаю, я не хочу просто на четвертом проходить, ну, я же уверен, что можно пройти, просто не сегодня, возможно. Мне кажется, сегодня я не готов потеть настолько сильно. Так, я к капсуле. Хочешь, могу пока перезагрузить? Там тебя сейчас набьют. Ой, ух ты, какой чувак тут. Бля, да, на самом деле. Готово. Попробуем вообще в наглую. Наглую, неплохой вариант. Кстати, в наглую тебя никто не заметил. Сахарок. Ива, это что там за артиллерия, блядь? Бэт, вот вопрос, как так-то, ёб твою мать? Алё, присоединяйся. Что, у вас пиздец? Конечно. Да мы тут стрелой. Пиздец, занимаемся. Веселье, да. А ты откуда, блядь, дядя? Бля, сколько их тут. Вот вопрос, он, блядь, съебнул, он, по-моему, не остальное. Да тут время нарезы собирать, мне просто интересно. Слушай, они еще, хватит, по-моему, это... Поставь турель. Да, толку с этой турелью. Пусть хотя бы постоит, хоть что-то поделает. Ну, жив остался, понятно? И в нее плеткой, как этот высунется гад, например. О, ломается. Я там, блядь, методично уничтожаю турельки. Я методично доджу их. Хорош. Ну меня пизды просто она вломила. Я все понял. О, господи, блять, я их очень много убил, я не знаю. Сколько там бред. Так, мне надо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Харку сожри. Дим, можешь меня поднять, пока не трупу? У нас есть еще нитро. Понимаю. Блять, моль ебаная! Так. Давай, короче, тут... Надо быстрее эту штуку взломать. Там, короче, надо... Ты берешь один цветной провод, его, короче, с двух сторон отмечаешь, а потом я режешь. Знаю. Ну я на всякий случай. Надо пойти тебе по охране. Уху, ебать! Заспавнился? Да. Фак. А эту хуйню вы за это сам воли, да? Я очень надеюсь, что это сделал. Бля, да еще и мактеры прилетели, что за хуйня, блять? Почему одновременно, блядь? Кто настраивал этот спавн? Не пистал.
А, по-любому капсула нужна. Я там большую часть убью. Хорошо. Смотри, что вообще происходит. Так, этот минус. Он не минус, он это, его зон. Так, а меня тут будет кто убивать? Не будет? Наверное, не будет. Блять, да хули они такие, сука, нет, никто нахрен сломал эту хуйню для турелей. Да, сломал, все, заебись. Одной проблемы меньше. Лёва ползет этот. Так, надо его добивать, кстати. Господа, нам осталось две мухи и три яйца. Так, что ж. Что ж. Ой, а нитро надо. А, добавим, у меня здесь сложная просто нитро очень. Пиздец сложная. Может, канат туда? Да не, я тут, блядь. Ё, мне с этим канатом. Я сейчас яйцо вот готовлю. А, я не выжил. Не, это дрочь, это... Это пиздец, блядь. Что отлично. Дрочь? Тут снизу раз, два, три... Ну, я пошел отсюда нахуй. 5, которые я только вижу. Ты про турели? Плюс 3 или 4 этих, как его, снайперки сверху, блядь. Блядь, Никсон, зажимай левую кнопку мыши, чтобы их останавливать. Просто так не сри, это бессмысленно. Привет, старатель. Так, то есть это пусть старатель. Лё, а, Лёв, я это... ненавидел роботов, блядь, они взяли, выпустили роботов, ну пиздец. Знаешь, я не спорю, роботы, с одной стороны, это может быть даже интересно в какой-то мере. Ну, не на этой карте. Блядь, что вообще за карта? Да. Добавок. Вон выход, раз, два, три, куда они все ведут? Тут пятачок не в рот ебический, косой. Сейчас в соло, мне кажется, блядь, не поиграешь. Так, ну а чё? Может не ебаться, выйти? А, и это пещера первой сложности? Серьёзно? Ну чё ты нетрупингуешь-то? Какой смысл ты нетрупингуешь, блин? У нас есть пачка нитры, если нам покажут. Чё, забьём? Или как? Ой, как пиздец, ой, да пиздец. Смотри, сколько там лучей. Я пока прошел, вот ты выходишь, ты там таких наловишь сразу. Парни, у нас уже два яйца. Нам осталось еще два. И мы еще даже живы. В этот момент. Блядь, да ебана в рот, сука. Парни, идите в тоннели, защищайтесь в тоннеле. В открытой местности вас выйдут роботы, блядь. Я, бля, буду. Я могу съебаться отсюда, ребят. Давай ко мне тогда съебывайся. Yeah! А, кто-нибудь, поставьте капсулу где-нибудь. Сделал. Хорошо. Ебать, у меня тут пусть. Ты обратно ушел, что ли? Не обратно, а в тоннель другой. Я понял. Два яйца и... Давай я к тебе пойду. Наверное. Так, окей. Так. А, бля, парни, это пиздосик, пиздосяточ, блядь. Так, тему снайперок. Так, у меня есть маленькая идейка, может получится. Ты стоишь здесь. Ой, там получится, мне, блядь, насували, я даже выйти не успел. Ах, тебе может получится. Прилегла у гнездышка. Пошли последние яйца. Упала. Давай. Блядь. С такой высоты упала и пипец. Кто отконнектился? Миша. Не, Миша здесь. Никсонер отконнектился. Надо ему это. Миша надо, блин, дипрок купить. Ну, скинулся ему на дипрок, чтобы. Просто... Давайте купим ему дипрок. Одну муху осталось, блядь, господа. Найдите муху, блядь, и убейте. Так, одну дольку скинули, видел?
Ага. Так. Дима, мы здесь даже. Не уходи отсюда, Дима. Не уходи отсюда. Иначе мы убиваем. У меня 4 щита есть. Блять. Муль гнида. Ебать. А? Муль гнида. Какая гнида. Да. Мне поскоро шлёп. Не сбить меня пока. Блять, а что это за свармагеддон ебаный, блять? Сейчас пипец будет просто. Ой, блядь. Я кидаю щит, я кидаю щит. Давай, Здесь офигенно. Прекрасно все. Блять, мелкие куебесы заебали. Вот там претор ползет через тоннель. Пипец, ебанина, блядь, на этой карте ни, сука, не выйдешь, нихуя не слышишь. Какого? Сука. Это наш робот? Это не наш робот. Пожалуйста. Короче, я плюс-минус понял, как надо играть с этой хуйней. Парни, кидаю щит. Давай. Так. Вот куда ты ушел, блядь? Никсон, Рай. На дальняк у тебя лоб. Дурачок. Я чувствую, просто эту карту нужно проходить именно этими новыми пушками. Все. Нет. Я вот... Нет. Нет. Поверьте, нет. Знаешь... Давай попробуем еще разок. Блядь, я тебя ищу, короче. Не могу. А? Сейчас а на же. Ком? Что на ком? О, флэра убил. Возьми курилера. Вообще нахуй не нужен. Так. Ну хотя да, он против этих ник. Да, я там уже попробовал, там потнее, чем на. Ну или стрелка возьми, не знаю. Так, господа, одну муху убиваем и съебываем отсюда. Пойду искать муху. Да. Стойте здесь, никуда не уходите, я ее нашел. Все, я заказываю. Так, парни, не ходи далеко, Никсонов, не надо, блядь. Ну, банкрот. Это из-за того, что мы не пили пиво, однозначно. И Дайса не теребили. Кого Дайса? А я теребила. До конца тоннеля надо идти по ним. Кубики. Давай. Я кубики теребила, не надо. А вот кто-то не теребил. Эндометом даже натерли, но нихуя не помогает. Слушай, обратно пойдем-ка в тоннель, я теперь, пока в этом боли не пишу. Я так подумал, знаешь. Нам сейчас пиздок выдадут, блять, и все. На этом все закончится. Так, работаем быстро, четко, аккуратно. Бля, я сам-то нихуя не верю в это слово совсем. Давай, быстро строим, строим, давай. Все, пойдем. А ты кинь платформу над собой. Вперед! Молли уже заехал внутрь. Я кидаю щит на вход. Парни, уходим! Парни, уходим! Никсона! Сука! Идут. Рок! Мы смогли. Вторая, сука, миссия. Ну, слушай, я плюс-минус теперь понимаю, как надо это играть. Ну, то есть, короче говоря, вот как только как любая херня, просто вот все вместе дефаемся в тоннеле каком-нибудь. Да-да-да-да-да-да-да, и все. И главное, чтобы щиты были большие, чтобы они большую радиус давали, чтобы все жуки разбегались. А вот как этого-то дефать, блин? Рукастого. Мактера. А рукастого надо просто стрелять. Тот вариант нет. Я не знаю, блядь. По нему работает. Yes. Я просто стрелял. Не... Да. Лев, вот сюда платформа надо будет. Мне тричка. А это что за хуйня? Это что за хуйня, действительно. Не, ну тут, посмотри, тут без робота ривал, блядь. Так что, в принципе. Ага, новый минерал вот этот. Как раз. Там встала, смотри. Нет, нормально? А? Я на боком. Иду, вроде. Сейчас я на нее прям прыгну просто и все.
Блин, как эта херня будет на элитных погружениях работать? На элитном вот там вообще пизда. Дай бог, чтобы она там не работала. Ты что, так заходишь, блин, и последняя миссия элитки, это вот хуйня, и с этим, с бурдозером. Ну не надо туда так, ну не надо так, из магмакори. Сбейте меня, блядь, пистолетом, что, блядь? Ебать, что это такое, блядь? Найс. Этот появился, да, чувак. Это раз. Сахара съешьте, кто может. Во-вторых, буриллер попытался ко мне пробуриться, блядь, пробурился в стену, вылетел из стены, упал. Потерял сознание, очнулся что гипс. Блядь, нам, блядь, везет так-так на буриллеров, на идиотов сейчас в последнее время, а? Кстати, а хули Ник Сонор вышел, блядь, из чата, я не понял. Из голосового? Не знаю. Да может он это... Не знаю, короче. Вот, Лев, как его сбили сейчас? Так, надо, наверное... Так, мне встать? Ну да, вот здесь. Давай встану. Главное, нет. Ну, серьезно, да? Вот ты здесь встать решила? Так, давай, блядь. Работай! Да что, нормально же... было? Я поняла. Вон. Я идиот. Ай, ебать. А ты-то хули сюда сунулся, а? А, вот тут все, я понял. А этот хер еще жив, да? Да, стрелок, да. Нет. Достраивает твои турели. Блять, нормально. О, поднимает меня под щитом. Красавчик. Там мастера летят. Прекрасно. Явка. Так. Это такое. Я кидаюсь. Сейчас. Вот что за хрень? Вот. Турет контроллер. Кто-нибудь разобрался с ним? Ну его взламывать надо. Это очень веселая и увлекательная игра. То есть, если ты его взломаешь, что они будут появляться вот эти шары, что ли? Турели. А, турели. Насчет шаров даже не мечтай. А после каждого убийства этого лукастого ебана будут появляться шары. Взломать куда подойти-то надо. К этой самой... к этому контроллеру похоже. Я тоже в него уже попал весь даже. А как подсоединиться к нему, чтобы взломать? Просто надо подойти вплотную, нажать на ИИ. Воу! Да? Я могу только какой-то подсоединиться к этому, полететь вверх. Блять, ну охуенная вещь, конечно. А, чё, работает? Армия, я одного дроидика взял. Подожди, что эта залупа не работает. Ну нахуй я иду, блять, в этот турель, блять, проход. Радуюсь. Что мне так везет, ты ебать, красный турель. Я за тобой туда не пойду. Хочешь, блять, иди за мной сам на. Блять, смотрите, кто тут идет. Я тебя еще, блядь, сахар заберу, падла. Он идет за мной, блять. Давай, 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 давай. Ну что ж. Исполняйся. Так, все. Если что, это есть. Капсул. Сейчас сольем. На, он сахар тебе подставил, под сахар. О, спасибо. Вот это прям от души просто. Нам бы яйцо бы собрать хоть одно из четырех. И вот сюда, сюда желательно будет подписать. Да, да. Мне вообще понятно, что тут есть. Где? А. Понятно. Видела она внизу этот? Что именно внизу?
А, грузовой ящик. Так, я еще одного мула собрал. Мы даже собрали. Ага. Я что-то интересное вижу. Понятно. Ощущение, как вот здесь бесконечная волна. Так, а где у нас этот самый чувак? А, вот ты где. Блять, надо быстрее, 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 кошечка, давай. Ёб твою мать. Там сейчас подболит, что ли? Блять, давай, дострелись тоже. Ебать! Так. Мактеры. Яся Мактеры. Ты видел, сколько она летела? Ага. В принципе, я бы сказала, что еще хорошо попала эта коты. И греночка хорошо попала. Да-да-да, я вижу, только вот... Блять, ребят, я, конечно, понимаю, но давайте не во время сформа. Кидай, блять, заморозку, блять. Не, пиздец, уходи, уходи. Я понимаю. Короче, блять, мул. На мне два претера, ты мне не пойди. Все там еще кричит. Еще два претера пришел. Так, есть у меня одна идейка. Ну, смотри, просто разошлись, все, пиздец, бан. А из-за того, что это вообще не... Уууу, ебать, как это было гости. За вами выкали, ебать. Слушай, у тебя это быстро поднятие есть? Нету. Согласен. У меня. Я видел, у тебя дэш и арми. Нет, я к тому, что у меня даже гранат этих не осталось. Ебать, тебе сейчас так повезло, у тебя прямо перед тобой сейчас исчезли эти, как его, жуки, блять, просто беспомнил, блядь. Я за тобой смотрел, это было очень смешно. Бля, где этот уебан, а? Я тебя его втащу. Блять. Можно жопы настреливать, наверное. Я вот как раз... Где-то тут. Давай. Есть. Кстати, здесь капсула. Прикинь. Ну, она может быть и на ёбище. Может быть. Но... Блин, не знаю, как тут... Так, а где этот-то умер? У капсулы. Он вышел. А, он вышел. Ребят, у нас два места свободно. Подожди, так, стоп. Только первую дайте хотя бы пройдем. Ты что тут делаешь? Все очень мило. Ты видел? Да. Я прям ему мимо брони вообще-то. Он куда делся, он же сам бил. А что у него? Я просто ждал, когда у меня кирка зарядится. Туда еще на платформочку будет поставить. Ёбаный ты нахуй, а. Была не была, давай эту капсулу что ли. А, о-о-о. Давай, мне пригодится. Это будет очень смешно, если сейчас на нас налетит 300 мактеров. Ну, на этот случай у меня есть... Криограната. И? Одна есть, отлично. Стой. Кому? Мне? Две пиявки. Так, и что я должен сделать? Не знаю. Уже ничего, наверное. А, еще у нас ящик есть. Блять, нет, не Гриша, ты за мной полетела. Все, я еще одного собрал. Похоже, твое предсказание про 300 мактер сбывается.
Я последнего моего сбился. Хорошо. Сейчас я не трюк пособираю. Бью, блять, этого ебаного жука. А у этого в кармане не хватит. Да блять! Рома, извини, ты его просто попробовала бы играть вот здесь, вот честно. Да, у меня ни патриков, ничего. А где у нас коробка? Ты саму коробку или батарейку? Не, коробка где-то здесь. Блять, лич! Блять, где-то... А, вот ты где. О, блять! Ну где ты нахер, блять? А тебя сразу этот убил? Да. А где он там? Там. Ох, бля. Повезло, повезло. Не, да? Сынкятина, блядь, ебаная. Че это было? А, понятно. Вот тут так. Блять, давай. Чувак, я тебя сейчас поднимаю и просто съебывай отсюда нахуй. Отлично, правильно, все. Блять, ну вот хули ты здесь сидишь? Слушай, у нас две пачки. И че, он до конца убивает, да, прям? То есть, если он тебя поймал. Так, стоямба, а где? А, вот батарейка, вот вижу, раз. А коробка-то где? А вот там где-то, по-моему, была. Твою мать. Сука. Откуда я пришел, там была коробка. Вот она. Мактера. Бери, поставь новую капсулу. Нету. Нету, блядь. Отлично. Я чё, я там еще? Отлично. Ой, ё. Еще одна пиявка? Они не охуели. Ебать, ты шо, нахуй? Ты видел, что за тобой бежит, блядь? Я охуел даже, что за мной бежит. Все нормально, нормально, нормально. Получилось, получилось. Главное, друг от друга не отходить, все будет хорошо. Так как это можно выиграть? Блять. Ну мы нашли тактику, как это можно выиграть. Сидеть в бункере, да? Нет. Друг от друга не отходить, самое главное. В коридоре. Вообще не отходить, вообще. Ни на миллиметр. Отходишь на миллиметр, сразу проигрывать, все. Просто постоянно везде вместе таскаться. Копы, разведчик ты, блять, стрелок, гурила, просто все вместе, на толпой. И не выебываться там, не стоять в упор, просто типа следить за тем, кто вытащит ситуацию. Шарп салют, не убитый. Армумер. Лева. А? Чё ты меня звал? Пошёл, чё-то пришёл. Ты же ещё после спрашивал, чё ты звал. Я не знал. Так. Слушай, а у нас на три капсулы есть, в принципе, это похер. Ну, в принципе, похер. А нам надо еще две ракушки. Так, быстро давайте. Стоим. Внизу одно яйцо. Ну, попробуем найти. Эту с Хавой. Будь. Бля, нахуй, Шреддер. Бля, жуки идут. Да, я иду в капсулу. Так, стоп. Не капсулу, а в тропу. Я тоже тогда. У меня просто патронов уже нет практически. Блядь, а хули моли? Поебня. Не надо выбирать с собой, пожалуйста. Вызвала, пусть она дойдет здесь. Яйцо последнее, и мы улетаем нахуй отсюда. Ну, если, конечно. Сейчас, теперь отобьем. Тот самый момент, когда уже даже на пятом... Когда уже даже мы на пятом хазарде говорим, что мама, забери меня обратно.
Мама, приезжай! Блять, я умер в этой хуйне. На мне один. Не, скорее, мама, не забери меня обратно. Мама, дай мне, пожалуйста. Мама! Побольше. Приезжай. И меня забери. Ракушки. Мама, я загорел. И устал от войны. Бля, где эти ракушки-то? Ой, бля. Вон одна. Ну, кстати, еще у нас... Еще один лич. Ух, ёб твою мать. Всё, поздно, нет у нас события. Вон ракушку нашел. Так-то нам еще моль одну штучку, у меня тут всё, это... Всё, поздно, нету моли одной штучки, всё, готово. Моль, всё. Я вот про это говорил. Нас... Короче, пока... У нас уже капсула летит, Лев. Я уж понял. Давай хотя бы первую миссию выполним. Похуй на события, честно. Это нашел еще одну? Да. Только две штуки, да? Да. Все, тогда иди сюда, давай. Заканчиваем. Да. Я уже загрузил. Так, подожди. Давай-ка, блять, надо зарядиться, чтобы все было там. Стой, пока время есть, надо заряжать. Да, я тоже заряжусь. У меня только по половине. Заходи. Там всякого. Все зашли? Нам же совершенно точно понадобится крея граната. У меня 4 щита, вот эти 4 крея граната, в принципе, не должны. Пипец, потная каточка получилась. Че, ребят, заходите. На вторую? У вас вторая миссия? А, вы еще только первую подходили. Мы первую только прошли, я ж тебе говорил. Легендарный шахтер. Откуда он взялся? А, вот тут дырка, кстати. Нихуя. Ой, блядь. Ха, не заебывай, ты ж спать будешь. Ой, дерьма 6 будет, да? Алдер. У этих типов, кстати, просто зашли, у них вообще другая миссия. Да? Ну они уже вышли. Ну что ж, пошли на вторую. Так, это спасибо, конечно. Звездный тип. И здесь... А тут надо три этого ебаша. Три стрелка. Охуенно. Съебали лезть. Так, ёб твою мать. Я пойду тогда, пока ты там что-то делаешь. Пойду покопаю. Да, покури, а я чаечку еще налью. Да. Да, вот так. Вот так разборки, поэтому маленькие вещи, сумочки всех. Ладно. Что? Не, я про то, как она опустилась. Чьюк. Извините, блядь. Я что-то подумал. И понял. Налетя просто. Херня война. Так, ну давай чинить. Fuel cells charging.
operation. We're expecting an increase in hostiles. We're in a resupply. Nitro's been withdrawn and supply pod is inbound. It's past your expiration. Yeah. Ох, еб... Бля, чё за прикол? Я кидаю щит, я кидаю щит, я кидаю щит. Блять, ты ещё не перегрелся. Блять! Возвращаемся обратно. Нормально. Нормально. Может быть даже нормально. Лучше, чем было. Дом, блять, верится, но может быть. Да, блять, сдохни ты. Миша, ты создал эту шинки? А, Дин, ты тут? Да. Как там, чтобы в Steam закинуть бабки? Это кошельки, витенги и перекидываешь на Steam аккаунт, правильно? Еще раз что? Чтобы на Steam бабки бросить, что-то можно сделать, создать кошелек Киви, там создать... Там сейчас... Не-не-не-не-не, так сейчас не работает. Тоже не работает. Так, там сейчас надо именно, короче, через посредник все делать. Я как, типа, блядь, писать, а через эти... сайты эти. Слушай, во-первых, сначала посмотри, на каком Steam Pay, если Deeple Galaxy. Кто такой дерзкий? У тебя сзади. Не закрывали его. Нормально. Я успел. Бля, в смысле? Кто тут, блядь, такой дерзкий? Всё, заебись, заебись. Бля, Миша, он сейчас по скидке 400 рублей стоит, 50% скидон. Кто? Дипро. Да пиздец, что за хуйня, блин? Паша, я тебе поясню, почему я сейчас вот здесь. Включая Тамира, человек 8, наверное. Сейчас, сколько еще? 4. Сколько максимальное количество ребят? 4. А, гранат нету. Я встаю тогда. Мы с Аленкой сейчас играем, не с ними. Мы отдельно играем с другими чуваками. Чтобы у нас чем-то где капсулы набираются. Я говорю, миссии-то разные. Угу. По сути, мы сейчас 2-2 играем. Угу. Ну и вообще, в принципе, стабильно с второй комнаты. Готово. Вопрос. Я просто думал, что танки еще работают. Mm-hmm. Но денег, говорит, нет. А в Киви? Ну, так это есть Киви. А, ну да, через Киви. Mm-hmm. Он говорит, это уже не работает тоже, ты же через посредник. Если ключку купить. Да? Как раз есть через посредник. Дима! Там можно чисто переводом европейцам, либо ключик. Ох, бля. Вот это я понимаю потно, вот это прям вот да. То, чего ожидаешь от пятого хазарда. Ну-ну. Сколько еще по фрагам-то, ёпарасоте? Давайте по Шурику, как в тот раз. Ну, нормально. 300 плюс на двоих. Ебать, ни разу не сдох. Да, это правда. Да я под конец, я вот сейчас в самом конце 3 раза подряд упал, ебать. Да, да там вообще, блин, ты теряешь хп, становишься ваншотом, и все, у тебя просто шансов нет. Да. Там просто вот, ну, нужно мне разменивать хп, а у тебя возможности нет разменять. Следующее тоже. Робот. Робот.